Всем привет, друзья! С вами Ниль Вгорн, и это игра The Escapists 2, вторая часть. Я бы сказал, даже не то, что легендарной, но довольно-таки нашумевшей игры. В нее очень многие играли. И я помню, когда первая часть вышла, я не решился ее снимать. Не помню почему, но меня очень-очень многие просили снимать ее, первую часть. Первую я не снимал, буду снимать вторую. С чего же начнем? Начнем с того, что я игру вообще совершенно не знаю, в первую часть я не играл, поэтому я с механикой игры не знаком. Где-то я могу тупить, где-то я могу не сообразить, где-то я могу что-то пропустить. Пожалуйста, сильно не ругайтесь по поводу этого, а лучше пишите подсказки в комментариях, которым я буду очень-очень благодарен. Также не забывайте ставить лайк этому видео, потому что все зависит от вас, будет ли дальше выходить видосики по этой игре или не будут. Поэтому, ребят, ставьте лайк прямо вот сразу же, если вам нравится игра или вообще просто хотите меня поддержать. И обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Давайте же начнем играть. И здесь выбрать тюрьму. Инфо, обучающая тюрьма для одного игрока. Это то, что мне нужно. И вот здесь вот самый такой момент меня напряг немножко. Для одного игрока. Понимаете, что здесь можно с другими игроками проходить. Это интересно на самом деле. Посмотрим, что, как это будет работать и что это будет дальше. Заключенные онлайн, 323 человека. Это, то есть 323 человека в эту игру в данный момент играют. Ну ладно. Здесь все мои, я так понимаю, друзья, что ли, или что это онлайн. Не знаю, как это работает. В общем, давайте новая игра, научимся быть зэком. Да, как-то так получается, я думаю. Итак, могу поспорить, ты хочешь узнать, как мне, великолепному Робинсону, удалось сбежать? Ну что ж, если хочешь, побудь-ка на моем месте пару минут, и я тебе все об этом расскажу. Что ж, вот так это случилось. Что... нам сейчас будут рассказывать об этом, да? Включение света. Так, итак, однажды утром я просыпаюсь, и в голове у меня только одна мысль. Хватит, я хочу на свободу, пришло время выбираться. Я открываю стол, нажав... вот так вот мы бегаем в ОСД, понятно. Е, и забираю все оттуда. Вещи, так, оп. Ага, вот, это носок и мыло. Мыло. Я нажимаю кнопку С и проверяю, что... И проверяю, есть ли у меня все необходимые для изготовления оружия. Я выделяю нужные предметы и затем соединяю их вместе, нажав кнопку. Оружие из носка и мыла? А что я могу изготовить? Носок-кистень. При разработке сложного плана побега... Так, мне нужно вот сюда вот встать, похоже, да? Быстрее. Оп. На перекличке я пытаюсь сохранить спокойствие, думаю про себя, знаю ли они, что я затеваю, знают ли, что у меня есть план. Слишком быстро все происходит, черт, можно на паузу как-то нажать? Малейшее неповиновение будет сурово караться. Сегодня будет проведен обыск в камерах. Робинсон и Рип. Пип, точнее. Я поступаю со страхом так же, как с нормами морали. Отбрасываю его и замечаю, что мою интересную арестант по имени Кевин кажется зеленый. Так, его нужно что? Кажется, зеленая стрелка какой-то намек. Стоп, они готовились много дней, что? Так, я замечаю, что мной интересует арестант по имени Кейм Вуин. Кажется, зеленая стрелка. А, ну вот, понятно. Стоп, нет. Туда, короче, надо наверх или куда-то. Давайте спустимся. Так, зеленая стрелка, все понятно. Фу, все нормально, разобрались. Воу, а нафига я его вырубил? Нафига я его вырубил? Так, теперь я сюда бегу. А, вот этот ящик. Что, блин, слишком быстро. Слишком быстро события происходят. Я не успеваю сообразить.
Что это? Кирка Робинсона? Так, отлично. Подожди секунду, мне нужно намазаться солнцезащитным кремом, так и... Очень важная информация, погнали дальше. Нам теперь нужно сюда, опять наверх. Так, теперь мы проходим вот сюда вот. И вот здесь что-то... Приходилось скрываться от чужих глаз, поэтому мне понадобилась простыня. Нужно подойти к ней, Стоп. А, удерживать кнопку Е. Есть. Так, стоп. После этого нужно применить ее, используя таб, а затем повесить на решетку возле двери камеры с помощью пробела. Ага, вот так вот. Теперь я вот сюда должен... Вам знакома поговорка «С глаз долой и сердце вон». Что ж, вооружитесь этой мудростью. Так, мне теперь вот так вот и... Ага, все понятно. Работаем, 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 ребятки. Так, теперь мне нужно вот так вот, да? Все отлично. Уровень моей энергии падает, но, к счастью, пришло время обеда. Так, короче, мне покушать нужно, да? Так, 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 куда-то сюда. Нужно вот так вот взять. Как его взять? Так, поднос. Сюда сесть, да, Е, значит. Оп, кушаем. Отлично. Несмотря на отвращение, мне удалось поесть, и уровень моей энергии восстановился. Да, блин, ты эту баланду, я так понимаю, уже не раз тут кушаешь. Так, а где энергия-то? Я нифига... А, вот 100 энергии, все, понял. Разобрались. Дальше копать, ребятки. Конечно, я так беспалевно это делаю, что, ну, просто вообще смешно. Да, коликов просто. Так. Оп, ай да, понеслась, понеслась. Слишком быстро как-то, меня прям... Так, с крыши этот любопытный глаз, я открываю стол и нажимаю Е. И забираю все оттуда, выбирая каждый предмет. Так, и это у нас резак Робинсона. Удерживая кнопку Е, я выбираю стол и размещаю его... А, вот здесь вот, да? Нет. Оп. Вот так вот. Выбрав стол, пробел. Так, пробел. Опа. Применяю резак. Резак, вот этот резак применяем. Опа. Раскрыли, значит. А, еще резать нужно. Так, теперь Е. Окей, побежали. Так. Так. Вот так вот нужно встать. Вот, понятно, как это работает. С механикой игры нужно тоже познакомиться, на самом деле. Так, Е. Отлично. Так. Я начинаю копать с бешеной... А, вот... Понятно, понятно. Они уже засекли, засекли. Черт, черт. Так, куда копать-то? А в какую... А. Черт, а в какую сторону-то копать? А, ну сюда все равно я, наверное, не проберусь. Выжимая из лопаты все возможное, я продолжаю быстро и точно копать с помощью кнопки пробел. Сейчас... А, тут мне уже выбираться нужно, да? Стоп. Вот так вот. Копайте вверх. Стоп. Как это сделать? Так. А, вот так вот. Понятно. Еще пробел. Так, теперь Е. О, я выбрался. Так, пицца. Можно подобрать. Как и подобрать-то? Ну ладно, подобрали. Так. Теперь мне нужно кусачки. И теперь... Это я уже сам сообразил, какой я молодец. Ей! Робинсон, это потрясающе, нет, правда? Спасибо, удивительно, что меня еще не поймали. Сомневаюсь, что меня вообще когда-нибудь поймают. Понятно, я так и думал, что сейчас его поймают. Стоять, Робинсон! Робинсон. Ну что ж. Почему вас так долго пришлось ждать? Нифига, корабль там какой здоровый. Е-е-е, вы на свободе. Мне дали какую-то монетку, даже две монетки, я не знаю за что. Три монетки, что? Непонятные монетки, я не знаю, что они должны делать и для чего они нужны.
Но это не важно. Так, и в принципе на этом, наверное, я буду заканчивать, потому что дальше уже нужно будет начинать прям уже следующую, да, то есть это полноценную тюрьму, сбегайте в одиночку после огромного числа побегов и разгрома от ревизионной комиссии разбиратель тюрьмы. Центр Перкс решает разрушить свое детище до основания и построить более защищенную версию, но, как говорится, не все учатся на своих ошибках. Вот эту, наверное, тюрьму мы уже будем в следующей серии пытаться штурмовать, а возможно и не одну серию, потому что интересно попробовать разные способы и тому подобное, потому что тюрьма, скорее всего, будет не маленькая, как вот здесь вот, как в начале была, хотя, наверное, там и так множество способов, как сбежать, есть, потому что способов реально очень много, как, насколько я знаю, в этой игре. Поэтому надеюсь на вашу активность. Всем всего и обязательно не забывайте ставить лайк. Удачи и пока!